Приветствую на канале Никлайк. Мы сегодня посмотрим видосик о, получается, это пародия. Меня просто попросили Щербакова посмотреть на канале, в комментариях писали. Писал один подписчик, зритель. И я решил посмотреть, и тут вышло видео, которое 4 дня, получается, назад появилось. Щербаков сделал пародию, получается, на шоу Липенко «Сдохни или умри». Где у Липенко есть видео с шоу «Сдохни или умри». Тут Щербаков решил сделать типа пародия, не пародия. Хотя написано «Сдохни или умри» — новое шоу. Нет аналогов. Это, скорее всего, пародия. Запутанно я сказал. Ну давайте начнем смотреть. Я оказался на Мальдивских островах, на которых оказался совершенно случайно, заплатив 700 тысяч рублей какому-то тетеньке в трогерстве. Какой именно? Какому-то тетеньке. Трава очень густа, населенная птаскухами. Такое количество птаскух на квадратный метр вы могли наблюдать разве что в доме дома. Блин, ну... Есть, конечно, что-то там... Чуть-чуть отходит Липенко, но в Липенко понятные слова. Тут чуть-чуть... Чего ты понимаешь, что ты не понимаешь? Слов, что он говорит. Он здесь на постоянке проживают такие уважаемые господа, как крокодил, бегемоты, обезьяны и кашалоты. И зеленые попугаи. Хочется уже одна, некоторое количество рыбочек уже довольно-таки некоторое время. Но ни одной не могу поймать. Давайте попробуем переключиться на что-то более млекопитающее. Хотел балакомиться крабиком, но они очень проворные. А ну что ж, придется обойтись без крабсбургера. Ну что ж, тогда придется довольствоваться переспелыми кокосиками. Жесть, надо уж додуматься. Ну что ж, я вскрою этот кокосик буквально за пару секунд, как меня учили в школе открывания кокосов Славы Полунина. А вот и здравствуйте. Это не что иное, как настоящий кокос. Сейчас мы его встрепим и аккуратненько съедим. Вот он, сладенький кокосичек. Сейчас мы его попробуем растрепать из жизни этих. В этих старых стихбой водится довольно-таки много разных петушоночков. И, вот она одна из них сейчас. Неужели он сейчас ее словит? Я ее прекрасно поймаю. Она думает, что она от меня уйдет. Но она даже не знает, не подозревает, что я закончил школу птичьего шпионажа в Стокгольме. А по-моему, он куропаточка где-то неподалеку. Я уже буквально ее слышу. Ну-ка, быстро, да. Ну, наверное, ловил дольше ее, а это просто заснял уже, как бы в прыжке типа словил. А вот, пожалуйста, будьте добры. Это какой-то мальдивский, может быть, не гербатос или какая-то, может быть. Бедная птичка, она думает, что со мной сейчас будет. Жарят и съедят. Ладно, еще бы жарили, если съедят живьем. Канаречка, которую мы благополучно добыли. Она пытается меня укусить. Немножечко довольно-таки больно. Ну, прости меня, голубушка. Я тоже хочу кушать. Мы просто ее немножечко съедим. О, ё-моё. Рот. Господи. Довольно крепкая шея. Бедная птица. Как-то надо это все приготовить. Ай-яй-яй, не надо кусаться, а то тебе будет плохо. Она воюет. Начинаем. Раз, два, три. Куда? Слава богу, убежала. Жесть, конечно. Жесть. В этом видосике мне жалко птицу. Нет, ну пародия есть что-то знакомое с шоу «Сдохни или умри» от Липенко. Ну, Липенко все равно получше. Ну тут тоже можно посмеяться над бедной птичкой, которую бы съели бы. Слава богу, что она жива. Птичка. Ладно, пишите в комментариях, что еще посмотреть. Не забывайте про лайки, про подписочки. Пока-пока.